как всегда, всем привет! С вами, как всегда, Рампал, и мы продолжаем рассказывать о новых точках, точнее, может быть, старых, может быть, новых, ну, не суть. Мы нашли точку. Вчера на стриме ходили, искали, бродил я, смотрел Донец, мне нужен солнечник, соответственно, я пошел искать, смотреть. Вчера, грубо говоря, отдыхал в рыбалке от самой рыбалки. Наткнулся я на старую точку 58-141, на ней у нас всегда в основном окунь проскакивал солнечный, а тут смотрю, заходит тарань. Начали ловить, половили неплохо, как зачет идет хорошо, трофея уже монгол закрыл, сегодня ночью получается я ушел отдыхать, он все-таки закрыл уже тарань здесь трофейную. На караеда вместе с поденкой заходит здесь, к сожалению, и много плотвы, но есть тарань, есть солнечник, есть обычный окунь. И в принципе все, остального здесь ничего такого нету. То есть солнечник, тарань, прилов у нас, ну скорее всего больше подходит, что прилов это как раз таки тарань. Солнечник и плотва здесь преобладает. Соответственно, можете менять навозник за место караеда. Караеда можете убрать, поставить навозника, поставить веснянку и спокойно половить, соответственно, окуня вместе с таранью тоже. Но также будет проскакивать и обычный окунь, и плотва. Но сама суть. Здесь тарань есть, солнечник есть, и это все закрывается. Сборка на ваших глазах. Глубина 80-90. Ранее вы уже это видели, какая глубина, в принципе. И клюет, в принципе, неплохо. Я думаю, за полный садок, за полтора часа на две снасти тут вполне можно налупасить. И где-то 400 монет для небольшого уровня можно сделать. Можно ловить и не на бутерброд. Можно ловить на караеда, можно ловить на паденку. Это на ваше усмотрение. На донку здесь, к сожалению, не клюет. Проверил и оснастки, проверил и наживки, заходит плотва, заходит окунь, но, к сожалению, тарань не берет. Соответственно, тарань только лови здесь на мах. Можно на матч попробовать, это уже на ваше усмотрение. Сама суть, то что здесь, в принципе, неплохо можно прокачать сам мах. Клюет очень активно, при каждом забросе вы подцепите ту или иную рыбу. Да, еще раз говорю, тарани здесь много, но прошу прощения. Плотвы здесь много, тарани поменьше, но она клюет. Дальше увидите садок, чуть-чуть больше часа. В принципе, я считаю, что это неплохо. То есть закрывать рыбу здесь можно. Повеселиться, потуриться, кстати, на максимальное количество хвостов. Можно здесь спокойно делать тур и спокойно здесь отлавливать неплохое количество хвостов. Опять же, вам, как всегда, хорошего клева, как всегда, вам полного садка. Всем всего доброго. Всем пока-пока.